Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада вас видеть всех. Спасибо, что присоединяетесь сегодня к нам. Меня зовут Раиса Селютина. Благодарю всех тех, кто понимает, что он не хочет упустить возможность, и именно ту возможность. И вы все сделали шаг навстречу этой возможности. Большие молодцы, что пришли. Будьте добры, поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто видит мои слайды и слышит? Угу. Да, всем привет. У нас очень большая география. И Сибирь, и Казахстан, и Кыргызстан, и Прибалтика. Да, спасибо огромное. Благодарю за обратную связь. Отлично. Все вы находитесь в той точке MLM-бизнеса, которая объединяет уже более 20 миллионов человек. Это компания Atomy. Компания Atomy – интернет-магазин. Мы сегодня говорим о нем как о международном бизнесе без риска. Это очень важно для многих. Многие люди потеряли денег достаточно в интернете, и многие уже не верят, что есть возможность заработка. И мы сегодня с вами говорим как раз об интернет-магазине Atomy, который платит, который реально позволяет нам построить международный бизнес без каких-либо рисков. Здесь на 100% уверенность, что ты ничего не потеряешь. Поэтому я вас поздравляю и рада, что вы потратите сегодня свое время, чтобы услышать об этой возможности. Ну а я постараюсь передать вам и свое отношение, и, наверное, свое сердце и душу, которая у меня полностью в компании Atomy. И, конечно, очень хочу донести вам эту информацию о нашем прекрасном бизнесе. В этой презентации мы рассматриваем сегодня информацию о серьезном, я уже сказала, о надежном, да, международном бизнесе, о прибыльном бизнесе, в котором нет финансового риска. И компания, важно очень пришла понимать, на рынке наших стран у нас с вами есть возможность построить успешный, реальный, легальный бизнес, который будет работать у вас всю жизнь. Самое главное, вы влюбитесь в него, примите его, радуйтесь ему, и у вас действительно все получится, потому что этот бизнес, создавая себе, вы будете создавать еще не только о себе этот бизнес, но вашим семьям, вашим деткам, вашим внукам до третьего поколения передается этот бизнес по наследству. Это абсолютно реально. Поэтому уникальный абсолютный бизнес, мы сегодня с вами его разберем. В чем же его уникальность? Мы узнаем о преимуществах и перспективах. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто сегодня впервые на нашей встрече, кто только недавно зарегистрировался, кто получил в свое пользование интернет-магазин от компании Atomy. Я вас поздравляю, вы интернет-предприниматели, у вас свой личный магазин, здорово. Вот, я вижу Наталья, Гульзада, да, здорово, молодцы. О, сколько нас, видите. Да, вы сегодня действительно бизнес-леди, бизнесмены, которые имеют свой магазин. Интернет-предприниматели, это очень здорово. Вы сегодня начинаете строить, вот посмотрите, сколько нас новичков сегодня. Мы строим международный безрисковый бизнес. И я вас поздравляю, вы большие молодцы, что вы сюда пришли. Итак, мы говорим о компании Atomy. Что же это за компания? Глобальный интернет-магазин. Это глобальный интернет-молл из Южной Кореи, в котором продукция абсолютного качества по абсолютной цене. Почему именно так и что это значит, мы сейчас с вами разберем. И, конечно же, не могу не сказать об основателе компании Atomy, мистер Пак Хан Гиль. Мистер Пак Хан Гиль видит свою миссию в том, чтобы помочь подняться в этой жизни именно бедным и необеспеченным людям. Друзья, я думаю, что вы многие понимаете, что не во всех компаниях, не во всех, наверное, работах, в которых вы сегодня многие кто-то работает, да, в найме, ни один, наверное, руководитель не очень заинтересован в том, чтобы подняться вам именно, да, и в том числе необеспеченным людям. Их таких много сегодня у нас, вокруг нас. Поэтому любой человек может добиться успеха, это слова мистера Пака, если есть на то причина, желание, инструмент для успеха. У нас с вами инструмент для успеха, прекрасный интернет-магазин, который мы получаем с вами от компании совершенно бесплатно, в свое пользование.
Компания Atomy. Компания Atomy – это бренд в Корее, основатель, вот, как я уже сказала, мистер Пак Хан Гиль. Это, конечно, очень интересный человек на тему именно об истории и вообще об этом человеке можно много говорить. Это отдельная тема, отдельная презентация, но не могу не сказать, что именно мистер Пак Хан Гиль видит, имеет видение развития компании, своей компании на годы вперед. Эта компания сейчас на мощном этапе развития, и мы с вами пришли очень вовремя. Вот сегодня те, кто поставил пятерочки, я опять же вас поздравляю, потому что вы действительно пришли вовремя. Почему мы сейчас увидим? Потому что мы строим, да, международный бизнес, помимо всего прочего. Компания, которая не имеет никаких долгов, компания имеет многомиллиардные обороты, компания финансово стабильна на протяжении уже с 2009 года, как была создана. И сегодня, что очень важно, компания на наших с вами глазах осуществляет мировую экспансию. Именно вот в этот период зашли новички и все те, кто уже есть в этой компании. Мы с вами вошли в эту компанию именно в этот замечательный период. И, конечно, когда мистер Пак, вот если говорить об истории, да, мистер Пак, работая в найме, кстати, друзья, задавайте вопросы, пожалуйста, в конце нашей встречи, я обязательно отвечу на все ваши вопросы, не стесняйтесь, задавайте, с удовольствием отвечу после как раз проведения презентации. Ну, о мистере Паке, если мы говорим, да, то хочу сказать о том, что мистер Пак, когда познакомился с сетевым бизнесом, он оценил именно концепцию сетевого бизнеса, и, то есть продвижение товара путем рекомендаций. Рекомендуя продвижение, рекомендуя товары человека к человеку, и в свое время, уже еще в 99-м году, мистер Пак открыл свой магазин. И он на тот момент опередил свое время. У людей не было компьютеров массово. На тот момент он разорился. Почему? Потому что действительно не было компьютеров. Очень многие даже задавали, а что это за корзина в магазине, из чего она сделана. То есть у людей понимание пользоваться, как вообще не было, и каким образом пользоваться этими интернет-магазинами. То есть время опередил. Конечно, он разорился, мистер Пак. На фоне банкротства в тот период возникли проблемы со здоровьем, очень серьезные. И вот когда, благодаря Хемахиму, мистер Пак вылечился, у него возникла идея поиска компании, которая бы начала продвигать этот полезный продукт. Он понимал, что этот продукт нужен большому количеству людей, так как он помог ему. И Хемахим, о котором является хитом продаж, да, в компании, это самый главный продукт, это главная пищевая добавка. Она работает на весь магазин, организм. Увидела вопросы по магазину. И самое главное, он поднимает иммунитет и таким образом восстанавливает организм. Ну вот в результате как раз поисков его видения и продвижения нужного всем товара от производителя к потребителю и появилась компания Atomy. Родом компания Atomy из Южной Кореи. Мы знаем, что Южная Корея – это современная страна, очень интересная природой и своей людьми, да, и природой, историей. Страна передовых технологий. Корея интересна как для путешествий, так и в последнее время развивается еще и медицинский туризм. И, конечно же, очень хочется сказать еще и о том, что Корея входит в топ-5 стран с лучшей системой здравоохранения. Мы сегодня сотрудничаем с этой компанией, да, и у нас есть возможность уже у кого-то, да, сегодня, и у тех, кто в этой комнате, в дальнейшем просто воспользоваться этой возможностью именно лучшей системой здравоохранения в Корею. Говорю об этом, почему? Потому что у меня родственники лечились в Южной Корее, и знаю, насколько это действительно высочайшего уровня медицина. Корея, как я уже сказала, входит в топ-5 стран с лучшей системой здравоохранения. И вот сейчас, даже в период пандемии, она подтвердила это, выходит из этой ситуации абсолютно достойно, без какой-либо паники. Там ничего не закрывается в этой ситуации. И еще такой момент, что южнокорейцы обязаны ежегодно проходить полное медицинское обследование. Атомы используются. И, конечно же,
не могу не сказать о том, что именно компания Atomy на сегодня запускает очень классный проект. Мы говорим об инновациях, и компания Atomy как раз тоже продвигает все передовое, и компания заключила вот стратегический альянс с лучшей в мире компанией, которая занимается глобальными визуальными эффектами. И благодаря этому компания Atomy представит миру новый стандарт прямых продаж. Вот на этом видео, на этом слайде вы видите мистера Пака, который как раз вот в этом проекте участвует. И то, что компания заключила договор, да, с компанией по анимации, вот лучшей в мире, да, сейчас вот эти новые технологии, мы говорим об инновационной экономике, да, Южной Кореи, и в то же время эти новые технологии позволяют осуществлять вот действительно невероятное. Это дань времени, это, конечно, нужно признать. На этих фото вы вот увидели уже, да, как снимается, кстати, ролик восхождения мистера Пака на Гималаи. Вот, то есть это такая изнанка кадров. А потом мы увидим, как это вообще будет в ролике, даже будет снег там и, конечно же, Гималаи. А почему опять же говорю об этом? Потому что компания Atomy очень продвинутая, и благодаря этому проекту Atomy будет в будущем, мы сможем с друзья, сейчас современные технологии, и все это для нас, для партнеров компании Atomy. И это, я думаю, что очень здорово, и это радует. Хочу сказать, что три вещи, которых нет в компании, меня это тоже всегда радует и впечатляет, меня это очень удивляет, потому что в своих организациях, кто работает в найме особенно, да, тут очень часто, работая, да, в найме, мы понимаем, что у нас есть и чинопочитание, а вот в компании Atomy чинопочитания нет. В компании Atomy начальник сидит на таком же стуле, как офисный сотрудник. В компании Atomy не ведется учет сотрудников на присутствие на рабочих местах. Для компании главное результат. Там никто не смотрит, да, во сколько ты пришел на работу и как ты, когда ты ушел. То есть, если что-то вам нужно для работы, вы покупаете это сами, там нет жесткого такого бухгалтерского учета вот именно в этом плане, то есть вы покупаете по собственному усмотрению. Вот эти моменты как раз говорят о том, что эта компания очень перспективная в плане отношения, да, демократичная, такая добрая по отношению к своим партнерам и в том числе по отношению к нам, партнером компании Atomy. Вот с такой именно компанией сегодня мы с вами работаем. Поэтому хочу об этом сказать. И вот очень важно, что еще компания ориентирована на благосостояние сотрудников. Почему я и говорю, что да, мистер Пак говорит, он хочет, чтобы все бедные люди, да, стали более более богатыми, да, а вот компания Atomy и к своим сотрудникам относится точно так же, дает льготы, компенсации и позволяет сосредотачиваться им более на работе, чтобы они не беспокоились ни о еде, ни о жилье, ни о возможности отпуска, да, прохождения, то есть компания призывает вести насыщенную культуру, вот, поэтому, конечно же, культурную жизнь, поэтому, конечно, именно благодаря тому, что компания ориентирована на благосостояние сотрудников, в компании работают прекрасные сотрудники, которые развивают эту компанию, и в том числе мы с вами помогаем ей точно так же развиваться и улучшать свое благосостояние. В компании офисы, в которых можно отдыхать, здесь есть все, предусмотрено все для отдыха, есть уникальные комнаты и бассейны, и горки, и йога, и салоны красоты, то есть все именно в офисах вот это есть. То есть все для того, чтобы вы приходили на работу, и у вас достаточно было тоже времени еще и для отдыха. Вот такая компания. Но компания еще нам сегодня как раз позволяет нам с вами участвовать в глобальном стиле жизни, в глобальном масштабе. То есть жизнь в глобальном масштабе – это будущее компании Atomy. И успехи и развитие компании отмечаются как раз по всему миру. Вот, потому что компания оказывает сотрудникам всестороннюю поддержку и помощь при общении к жизни будущего в глобальном масштабе. Вот представляете, и мы с вами участвуем в этом процессе как раз. Мы с вами тоже участники этого процесса, глобального процесса. И компания когда угодно, где угодно,
говорит о том, что люди должны встречаться где угодно, продвигать собственные бренды и позволяет, как, даже оплачивает изучение языков, финансовую поддержку для оплаты образования, изучения языков, оказывает своим сотрудникам. То есть неограниченная помощь в этом плане. И, конечно, я всегда об этом говорю, потому что мы должны понимать, с какой компанией сегодня мы работаем. И философия компании. Перейдем уже к компании более детально. Да, что же это такое? Мы говорили, абсолютное качество, абсолютная цена – это философия компании. Суть философии вообще такова, что в компании продается продукция премиального класса по доступным ценам. Продукция компании создана для всей семьи на основе проверенных натуральных компонентов. В линейке продукции представлена продукция для здоровья, для красоты и домашнего быта. И, конечно, абсолютное качество, абсолютная цена, очень важно понимать, что же это означает. А это означает, что любой продукт, сравниваемый с аналогичным по качеству брендом, всегда окажется дешевле конкурента. Вот это вы должны понимать, что когда вы общаетесь со своими уже будущими потенциальными клиентами или партнерами, клиентами вашего магазина, да, я думаю, что вы поймете, что с таким качеством работать просто одно удовольствие. И я думаю, что многие уже это поняли, насколько легко привлекать клиентов в такой магазин, ваш магазин. Почему? Потому что мы говорим о товарах повседневного спроса. И потому что они недорогие для такого качества. Вот это очень важный момент. И вот эту философию компании, многие, вот кто поставил особенно пятерочки, вы должны это услышать и понимать. Компания «Атоми». Она основана в сентябре 2009 года. Основные партнеры компании – это Colmar B&H и компания Кэри. Кэри – это НИИ атомной энергии Республики Корея. Это основной центр изучения радиационных технологий. И Colmar B&H – это компания, которая специализируется на массовом производстве продукции, разработанной в стенах НИИ атомной энергии. Вот два таких монстра корейской экономики как раз объединились в компании Colmar B&H. И именно Colmar является ведущим производителем элитной косметики и фармпрепаратов в Республике Корея. Для многих марок других брендов именно Colmar производит продукцию. И вот здесь как раз, когда мы говорим о партнерах компании «Атоми», очень, конечно же, мы должны понимать, что для компании «Атоми» Colmar выпускает более 100 наименований продукции. Это очень важно понимать, потому что действительно, имея двух таких мощных партнеров, мы понимаем, с какой компанией мы имеем дело и работаем с ней. Да? А вот Кэри работает аж с 59 года в Республике Корея, в том числе как раз помимо, вот он изучает радиационные технологии, и еще этот институт НИИ атомной энергии, он изучает радиацию, воздействие радиации на человека. И он поддерживается государством. И вот здесь как раз именно в этом институте в рамках национального проекта был создан уникальная наша биодобавка Химахим, именно всем нам известный и уже полюбившийся. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о компании «Атоми», мы понимаем, что это очень серьезная компания, это бренд Южной Кореи, это компания, которая сегодня практически завоевывает мир. И мы с вами это сейчас дальше увидим. Что же это такое? «Атоми» – глобальный интернет-магазин. То, о чем мы сегодня говорим. Магазин клубного типа. Вы не сделаете в нем покупку без приглашения, то есть без регистрации. Когда вас пригласили, вы получили ID-номер, зарегистрировались и отлично. Я вас поздравляю, у вас собственный интернет-магазин. Кто создавал, пытался, может быть, создавать интернет-магазины свои, тот понимает, насколько это тяжелый процесс. Поэтому, конечно же, когда мы имеем свой интернет-магазин, это очень здорово. Мы инфопредприниматели, мы работаем в бизнесе онлайн. А вот на этом слайде мы как раз с вами видим, насколько очень большие риски и затраты и сил физических и моральных мы имеем, когда работаем в офлайн-магазине и когда мы получаем от компании «Атоми» онлайн-магазин. То есть практически
риска нет никакого. А вот здесь я не буду все это читать, вы сами видите на слайде, насколько большая разница и большие риски в отношении вот этих двух бизнесов. Поэтому, конечно, когда мы сравниваем бизнес на Земле и бизнес с Атоми, мы видим, что все преимущества налицо. Вот это тоже вы поймите, кто еще не понимает, да, и кто уже здесь работал, вот даже у нас период пандемии, мы когда здесь работаем, да, мы вообще сидим дома, у нас оборот растет, не надо никуда ходить на работу, то есть сидишь дома, работаешь в онлайн-магазине, и выручка только растет, потому что люди переходят в интернет-магазины и начинают покупать там. И, конечно же, мы должны понимать, что продукция Атоми распространяется по принципу сетевого маркетинга. Таким образом, мы получаем через наши с вами магазины, да, у нас идет в сеть продукция от производителя, то есть в наши с вами магазины, и без каких-то наценок, то есть это очень тоже важно. И когда мы говорим о ценах компании Атоми, мы говорим, что цены в Атоми фиксированы, то есть цена одна для всех. Вот это тоже важно, неважно, какого вы уровня, там лидер или из какой вы страны, практически цены, ну, понятно, в каждой валюте в стране, в которой страна Атоми работает, да, она именно как раз продает в той валюте, в какой страны зашла компания, да, вот, но практически цены на одном определенном уровне, то есть фиксированные цены, и ни для кого каких-то скидочных цен или каких-то особенных здесь нет. На сегодня мы знаем, как стремительно развивается электронная коммерция. Все это происходит на наших с вами глазах. То есть торговля уходит в интернет. Именно в этот сложный период пандемический мы с вами тоже это видели. Вот поэтому компания избрала для себя торговлю и продвижение товаров через интернет. И такие площадки, как Amazon, AliExpress, имеют огромные прибыли, многомиллионные. На сегодня это, конечно, прибыльное дело и перспективный способ продвижения товаров и услуг. В компании нет никаких дополнительных расходов, в компании эргономичная упаковка, у нас здесь нет в компании пробников, и это тоже важно. Понимать это, что нет каких-то таких дополнительных расходов на рекламу. Вот мы с вами делимся информацией о компании, и мы с вами продвигаем продукцию от производителя в сеть потребителей, имея каждый свой интернет-магазин. Каждый свой, мы в своем магазине создаем свою сеть. Как это происходит, мы сейчас с вами посмотрим. Да. В дальнейшем стратегическая вот основа экономики Атоми называется мастиш. Что же это такая философия? Что оно означает? Оно означает массовость и престиж. То есть массовое потребление продукции от компании Атоми. Да, суть заключается именно в обеспечении товарами абсолютного качества по абсолютным ценам. То есть доступность, опять же, для каждого участника этой компании продукции премиум-класса. И, конечно, еще очень важно понимать, что каждый товар тщательно отбирается в компании. И очень часто бывает так, что увеличивается объем продукта без увеличения цены. То есть концепция вообще в компании такая: одна компания, один продукт. Компания рассматривает какую-либо компанию и берет один продукт, который по всему миру реализуется только через компанию Атоми. А вот если говорить об увеличении объема и цены, да, то мы на примере Химахима знаем, что он стоил очень дорого, он стоил $700, а было там всего 30 пакетиков. А сегодня он стоит 7000 рублей на российском сайте, грубо говоря, $100, и там 60 пакетиков. Поэтому, друзья, просто надо понимать, что насколько нам многим повезло, что мы узнали об этом продукте. Многие испытали уже вот как раз период пандемии, как раз поддерживали свой иммунитет, можно сказать, проверили на себе. Поэтому очень здорово, что он сегодня нам доступен. Он недоступен был раньше простым людям. Поэтому благодаря Атоми сегодня мы можем его использовать. В компании ассортимент товаров достаточно широкий. Все, что нужно практически в каждой семье. И, как вы видите на этом слайде, да, тоже есть все, и посуда, и предметы гигиены, и продукция для здоровья. И кратко пробежимся с вами по ассортименту.
Рекомендую, когда вы зарегистрировались в интернет-магазине, обязательно изучите свой интернет-магазин. Вы определитесь и поймите, что это ваш бизнес. Почувствуйте себя хозяином своего интернет-магазина, изучите каждый продукт, потому что по каждому продукту мы видим очень большое количество информации на сайте, и вы этой информацией, в принципе, как хозяин своего магазина, должны владеть и знать эту информацию. Продукция для здоровья представлена на сайте у нас Хима-Химом, пробиотиками, омегой, женьшенем, красный женьшень, витамин С, охлаждающие патчи. И вот, конечно же, когда мы говорим о Хима-Химе, я не могу сказать о нем, более детально не могу не сказать, потому что Хима-Хим, то, что я как раз сейчас буквально выше говорила, что он разработан не атомной энергией Республики Корея, это Кэри, да, на основе традиционной корейской медицины и современных биотехнологических инструментов, как препарат, который предупреждает и лечит последствия негативного воздействия радиации на организм человека. То есть он создавался в рамках национального проекта для защиты сотрудников Института атомной энергии, для того, чтобы они были защищены от радиации. Он, собственно, создавался для этого. Было потрачено 8 лет, около 5 миллионов долларов. И сегодня мы понимаем, что действие его, главное действие на кровотворную систему организма. Препарат активизирует работу НК-клеток, то есть это иммунные клетки. Сегодня, как никогда, мы все понимаем, насколько важен иммунитет при вот таких проблемах, которые нас сегодня окружают во всем мире практически. Конечно же, здесь вот есть еще, мы видим, не могу не сказать о том, что хансандам, красный корень, красный женьшень, это тоже эксклюзивная продукция, которой нет нигде в мире. Вот. И, конечно же, когда мы говорим и о витамине С, сегодня даже вот вчера читала, что в Шанхае признано, что рекомендовано внутривенно вводить витамин С при пандемии, вот как раз при ковиде. У нас с вами витамин С вот есть в саше, он очень концентрированный и насыщен еще другими витаминами помимо С. Поэтому, конечно, вот эта вся продукция, чего-то даже сегодня уже нет на сайте, потому что разбирается очень хорошо. Поэтому, конечно, опять же, те, кто имеет свой интернет-магазин, изучайте, влюбляйтесь, потребляйте, попробуйте, и потом будет легко делиться. А мы идем дальше. Инновационная косметика – это одно из направлений развития компании Atomy. Мы с вами видим, что Atomy Absolute Cell Active, вот это первый набор, который вот здесь на слайде с синей ампулой, это тот набор, который сегодня тоже является хитом продаж. Здесь же мы видим, это инновационная тоже косметика. Вот здесь же мы видим вечерний уход, прекрасный вечерний уход, профессиональный уход. Многие забыли о походах в косметологам благодаря вот этим наборам. Ну и, конечно же, наборы для мужчин. Мужчины тоже не обделены вниманием в этой компании. А вот система Fame, в правом углу мы видим, это система, которая тоже такая инновационная, которая прошла дерматесты в Германии и получила отличную оценку. То есть вся продукция, почему здесь и нет пробников? Продукция с гарантированным качеством, берешь и пользуешься с удовольствием. Еще, когда мы говорим о продукции, конечно же, хочется сказать о том, что чем мы пользуемся каждый день, это продукция из личной гигиены. А здесь мы видим профессиональный уход за волосами, при выпадении волос как раз, да, при перхоти, вот профессиональный набор Абсолют. Здесь же мы видим с вами зубные пасты, щетки, антибактериальное мыло. Это все актуально в каждой семье, поэтому здесь приятно работать, потому что люди, никто никого не заставляет, люди приходят, покупают сами, заказывают продукцию и пользуются ею. В Atomy зубная паста тоже, не могу не сказать, она с прополисом. Люди находят применение ей
в очень большом количестве и от ожогов, и тогда и от герпесов, и так далее. Поэтому это, конечно же, у меня вот партнер вчера выпустила видео, говорит, нашла 17 применений этой зубной пасты, использует. Вот. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о том, что паста с прополисом Атоми не содержит ядовитых веществ, это тоже очень здорово. Алия, звука нет, если вы перезайдите, пожалуйста, звук есть. Итак, конечно же, в этой линейке продукции я не могу обойти продукты питания. У нас прекрасный здесь кофе, прекрасная лапша, капуста, Атоми Ким с органическим оливковым маслом. То есть капуста и все эти продукции, продукция не содержит искусственных добавок, консервантов. А вот кофе – это сочетание лучшего кофе из Бразилии, Колумбии и вот лучших сортов арабики. Поэтому действительно очень здорово пользоваться этой продукцией, быть уверенным, что ты в семье употребляешь продукцию высочайшего качества. Не могу не сказать, опять же, о посуде. Посуда для кухни, она и ножи, вот, которые здесь как раз есть на слайде, все это есть на корейском сайте. На корейском сайте мы можем заказывать очень большое количество продукции, то есть нам доступно в Россию. Вот, если вы делать хотите заказы в Корее, многие из нас это делают, в том числе и продукция вот именно для кухни, посуда, различные моющие, все это есть. Но вот посуда, если говорить о наборе кастрюль MediCook, это высококачественная медицинская нержавеющая сталь. То есть это абсолютно гигиенический, безопасный материал для человека. Вот. Ножи вот эти представлены, это ножи из Японии, ножи Мино, Атоми Мино. Вот. То есть если вы хотите заказывать что-то в Корее, обратитесь к своему спонсору, к человеку, который вас пригласил, и он поможет вам это сделать. В компании также представлена продукция из линейки текстилей, обувь, одежда, все это здесь есть. Есть и прекрасные мужские трусы, которые очень пользуются спросом. Мужчины оценили их по достоинству. Тоже очень качественное, высококачественное термобелье, одежда. А белье, кстати, термо и для мужчин тоже, и для женщин. И если говорить о продукции, то нельзя не сказать о безопасности продукции. Стандарт GMP это говорит о том, что надлежащая производственная практика установлена, такие требования к организации, которые производят продукцию. Система вот HSSP, мы видим, да, она обеспечивает контроль на всех этапах производства и пищевых продуктов, в том числе вот всей этой продукции, во всех точках процесса производства, хранения, реализации продукции. И самое главное, что мы с вами должны во все продукты, мы с вами можем быть полностью уверены в их высочайшем для нашего с вами здоровья. Я думаю, что это тоже очень важный показатель. Компания Атоми открыта в 2009 году и уже в следующем году открыла свой первый филиал в США. И почему хочу об этом сказать, сделать акцент, компания в США начала работать всего с двумя продуктами. То есть набор шестиэтапный, здесь на этом слайде, ему сейчас на смену пришел набор Fame пятиэтапный. А вот Химахим это тоже тот продукт, который был первым в США. И, конечно же, сегодня мы говорим о том, что когда задают вопросы о том, что мало на сайте у нас продукции, ребята, вот люди в США начали зарабатывать и работать и пробовать два продукта от компании Atomy, и многие достигли очень серьезных успехов. Поэтому изучайте весь ассортимент на сайте и, конечно же, начинайте работать и зарабатывать, потому что проблема сегодня финансового благосостояния очень у многих. Это важный такой вопрос и момент в каждой семье. Ну и, конечно же, когда мы говорим, где же у нас работает компания Atomy, мы говорим о международном бизнесе. А вот на этом слайде мы видим, что компания работает в 20 странах. Ну, если быть более
15, но так как я сюда добавила Казахстан и Кыргызстан, они ведь работают на российском сайте, то у нас получается 20 стран сегодня. Вот, потому что это тоже отдельные, естественно, страны, да, но пока они привязаны к нашему российскому сайту. Будут скоро там сайты тоже отдельные. И вот когда мы говорим о том, что компания работает в 18 странах, по сути, компания является вот такой прорывной в сетевом бизнесе, и сейчас вы дальше это увидите, почему мы же говорим о международном бизнесе, почему мы говорим, сетевой бизнес в этой компании, он имеет ряд преимуществ именно как в сетевом бизнесе. Atome бьет вообще рекорды по скорости роста. И вот за 2 года своего знакомства с этой компанией я вижу тоже, насколько мощно идет развитие этой компании. Растет товарооборот более $1 миллиарда. В компании у нас уже более 20 миллионов клиентов. И когда мы говорим о развитии и об экспансии мировой, да, в компании Atome, конечно, не могу не сказать о том, что у нас с вами сегодня есть возможность развивать международную сеть благодаря тому, что у нас с вами открыт глобальный сайт Atome, на котором сегодня у нас есть возможность работать и строить как раз, да, свои сети, сети потребителей на глобальном сайте Atome, строят свою сеть уже сегодня в интернет-магазине. Вот эти страны на глобальном сайте Atome, которые мы можем сегодня регистрировать. Поэтому рекомендую те, кто понимает, что у них есть партнеры будущие потенциально в этих странах, обратите внимание вот на эти страны, обратите внимание людей из этих стран на то, что Atome придет в их страны. Сегодня мы можем строить сеть потребителей. Сегодня эти люди из этих стран могут, ну, с доставкой там нюансы есть по разным странам, но эти люди тоже уже могут пробовать продукцию. Вот. И, конечно же, накапливать свои поинты они могут. А когда страна откроется, у многих будет уже своя сеть в этих странах, и сразу пойдет процесс зарабатывания денег. Поэтому обращаю в это внимание, вот именно на эти страны и на эту возможность построения международного бизнеса. Но стратегия компании GSGS – глобальные ресурсы для глобальных продаж. Это как раз тоже из той части блока развития компании, как раз построение международного бизнеса. Стратегия GSGS как раз говорит о том, что в каждой стране есть конкурентный товар. И компания будет играть вообще важную роль в экспорте и импорте товаров. А мы с вами являемся центрами, станем такими терминалами, да, продвижения товаров из разных стран. То есть концепция компании, я уже говорила, да, одна компания, один продукт. Вот если мы сегодня уже даже на сайте Atome мы видим омега-3 из США, в России будет грибчага, колготки кальций из Японии и так далее. То есть для участников Atome лучшие товары со всего мира. Но не могу не сказать, что в рамках стратегии GSGS компания создает еще глобальную торговую площадку Azamol. И она создана уже в декабре 2019 года, состоялся запуск ее в Корее. Мы можем с вами даже перейти со своего российского сайта на эту площадку и посмотреть, что же там есть, что же там продается. Вот это как раз стратегия будет нам позволять еще и иметь еще один денежный поток в работе с компанией Atome. Поэтому это очень здорово, и вы тоже должны это знать. При определенном количестве, при определенной численности партнеров компании Atome, компания в дальнейшем будет развивать Azamol в этих странах. Поэтому об этом мы должны не забывать. Чем больше мы построим сеть, тем быстрее зайдет к нам Azamol. Продукция на этой площадке планируется более 10 тысяч наименований самого высокого брендового качества. Вот, и тоже по философии компании абсолютного качества продукция по абсолютным ценам, то есть по более низким ценам, чем есть везде. И плюс еще мы будем здесь зарабатывать, поэтому это очень замечательно. Но поговорим, откуда же деньги. Мы строим бизнес, помимо всего прочего, используя эту продукцию. Да, преимущества маркетинга. Конечно же, мы поговорим о преимуществе маркетинга.
И если говорить сразу, да, здесь очень много преимуществ, в том числе, ну, бесплатная регистрация есть, она во многих компаниях, ничего тут вроде как особенного, да. Бесплатное использование сайта, то есть мы получили с вами в подарок интернет-магазин. Здесь нет никаких взносов, нет обязательства покупать продукцию ежемесячно, вам не нужно этого делать. Вот, то есть вы ходите в магазин, как, вот, как в обычный магазин. То есть вы просто сменили рядом магазин на интернет-магазин Atomy. Качество продукции подтверждено сертификатами, и здесь нет установленных каких-то лимитов покупки. Никто никому не звонит и не навязывает, и не говорит, что заканчивается месяц, прокупайся там или еще что-то. Схема построения сети потребителей в вашем магазине – это бинар. Бинар бесконечный, мы сейчас вам об этом поговорим. Лично накопленные баллы не сгорают, и они только сохраняются. Рост структуры бесконечен и не ограничен. Начать бизнес можно, купив продукции от 1500 до 3000 рублей. То есть войти в международный бизнес за такую сумму, я не знаю, где еще можно войти и начать построение своего бизнеса. И нет понятия лично приглашенный. То есть более 2 новичков поставить под себя просто невозможно. Это тоже компанией предусмотрено, потому что всех остальных лично приглашенных вы распределяете уже по команде. То есть ваш бизнес, в вашем бизнесе вот клиент, который однажды купил что-либо в вашем магазине, в онлайн-магазине, он уже будет закреплен за вами навсегда. Вот. А ваш бизнес заключается вообще в создании примерно такого равномерного товарооборота в каждой ветке. Мы сейчас это посмотрим с вами. Но я хочу сказать, что в Atomy 2 формы участия. То есть можно быть просто покупателем, а можно еще и получать деньги, быть дистрибьютором. Поэтому, когда мы говорим, кем быть, вы, конечно же, для себя решаете, потому что очень часто вокруг нас очень много людей, которые отказывались от какого-либо участия в MLM-бизнесе и говорили, что сетевой – это не мое. Вот я сегодня была в своем образовательном центре, была женщина, она говорит, да я никогда для себя сетевой не рассматривала, я просто покупаю. Поэтому просто покупайте. Вокруг вас может много сегодня быть потребителей, они могут просто покупать продукцию. И, кстати, много ли вокруг вас, поставьте, пожалуйста, единички, как много вокруг вас таких людей, которые отказывались от какого-либо участия в MLM-бизнесе, в том числе и родственники, и друзья, и родные, и теплые, и холодные контакты, и так далее. Многие говорят об этом, правда же, согласитесь со мной. Много же вокруг нас таких людей, которые в окружении имеют. Да, все правильно. Да, единичек очень много, я согласна, что действительно и у меня также, точно так же. Но в Atomy сегодня я хочу сказать о том, что много очень успешных независимых партнеров, которые не были никогда сетевиками, которые вообще не рассматривали сетевое для себя, которые говорили, сетевое это не мое, не дай бог. Вот. И к вам придут люди, которые не хотят нигде участвовать. Оставьте их в покое, пусть они потребляют и радуются продукции. Но настает момент, когда они увидят сеть в своем магазине. И наверняка они зададут вам вопрос, а что это такое? И когда вы им расскажете, сколько денег пролетело мимо них, как говорится, ну вот тогда они уже, конечно же, пожалеют об упущенном времени, вот, и включатся активно уже в дальнейшем в бизнес. Примеров тому масса, поэтому не расстраивайтесь, когда вас не слышат, когда вам чего-то там не верят. Вот, просто начните с себя. Покупайте, потребляйте и делитесь. И вокруг вас будут такие же точно люди. Они поймут, что это правильный бизнес из всего того, что многие видели из нас. Это так, как поняли это и мы.
Потому что, проработав, вот я лично на госслужбе, там, 30 лет, да, я никогда не думала, что я попаду в сетевую компанию, буду так радоваться тому, что я в этой компании, мои дети здесь же, вот, в этой же компании, и все понимают, что только достойное будущее связано с этой компанией. В найме люди не заработают и не зарабатывают столько, сколько зарабатывают уже партнеры компании «Атоми». Да, надо поработать, но вы же не лопатой здесь работаете. Какова же система построения бизнеса? Система построения бизнеса – бинарный маркетинг. Сразу оговорюсь, в чем преимущество этого бинара от компании «Атоми»? Вообще здесь нет понятия личника, мы об этом сейчас сказали. Нет понятий «золотого треугольника». Нет ограничений, он бесконечен. Это тоже вы должны понимать, потому что многие говорят, когда услышат, ой, бинар, нет, ребята, наш бинар не классический, поэтому вот эти преимущества как раз позволяют нам всем свободно строить свой бизнес, и к тому же международный бизнес. Вот, потому что это первая в истории MLM-компания с бинарным маркетингом, да, где отсутствуют какие-то взносы ежегодные, отсутствуют ежемесячные обязательства. А еще, кстати, вы получаете 100% со всего товарооборота под вами, и неважно, кто привел партнера. Вот это важно понимать. То есть мы строим свою сеть потребителей все дружно вместе, а получаем деньги тоже все дружно вместе. И это первая история в MLM-компании, которая за 10 лет ни разу не корректировала маркетинг. Понимаете? То есть мы в 2009 году мистер Пак создал этот маркетинг. Все, он есть до сегодняшнего дня и ни разу не дал сбоя. И когда мы говорим о том, что нет ограничений по глубине при начислении групповых объемов продаж, это, могу опять сказать, первое в истории MLM-компании. Вот это очень важно знать. А вот система бизнеса, бинар, мы говорим, каким образом, да, система вообще строится бизнеса. А вот вы пришли в компанию. Вот здесь выше ваш человек, который вас пригласил. Вы стали у него здесь. Здесь его ветка правая. А вот это вы начинаете строить свой бизнес. Вы зарегистрировали, вот он зарегистрировал вас и вот своего еще здесь человека. Все, сюда мы не смотрим, мы рассматриваем себя. Вот он я, получил интернет-магазин от компании «Атоми» бесплатно, с ассортиментом товаров, с большим, с платежной системой, с обучениями, с информацией большой, достаточной, да, по бизнесу. И, конечно же, когда мы начинаем приглашать человека, что мы делаем? Мы пригласили одного человека, поставили сюда, и второго пригласили, поставили сюда. Таким образом у вас начинает строиться ваш бизнес по системе, по бинару. Мы по своему ID-номеру можем поставить всего вот этих двух человек. Никто не говорит, что вам дальше и делиться этой информацией. Вы можете точно так же приглашать дальше. Или, допустим, ваш человек первый, да, пригласил вот этого и этого, а вы такой активный, вы хотите дальше строить свою сеть потребителей активно, никто не поставить вот под этого, допустим, вот этого. То есть под партнера, вашего партнера вы начинаете строить, и таким образом вы помогаете и партнеру, и себе. Вы строите две своих веточки. Левую и правую. То есть партнеры вот в этой стороне, это будет ваша левая сторона, партнеры в правой стороне, это ваша правая сторона. То есть таким образом у нас формируются вот эти две веточки. И когда мы начинаем понимать, что в чем же заключается наш бизнес? А бизнес заключается в том, что вы должны создавать вот в этих двух ветках примерно одинаковый товарооборот. Это очень важно, вы в дальнейшем поймете, но я просто делаю акцент на этом, потому что когда вы ставите людей, вы смотрите, вот сюда поставили одного, да, потом смотрите, ставьте вот сюда другого, и таким образом начинаете строить свою сеть потребителей. А этот человек, он уже сюда поставит, здесь пошел человек, он потом тоже так вот, и таким образом она у вас до бесконечности расширяется. Но
мы как раз вот мы строим сеть, да, и размещаем новичков туда, где у нас отстает товарооборот. Поэтому более детально вас с этими деталями познакомит ваш спонсор, конечно же. Поэтому я просто делаю акцент, что важно иметь одинаковый уровень продаж в каждой из двух веток только для того, чтобы у вас был выше доход. Вот. То есть идеально, когда вообще соблюдается баланс. Ну, такого, конечно, на начальном этапе это можно как-то регулировать, в дальнейшем, конечно же, нет. Поэтому самое главное, вы должны уже это понимать. Но еще, конечно же, когда мы говорим о международном бизнесе, надо понимать, что у нас очень много, вы видели, да, сколько стран на предверификации. И вот здесь у вас может быть человек с Азербайджана, здесь у вас человек может быть с Гонконга, а вот здесь может быть там человек с Германии, неважно. Таким образом, ваша международная сеть растет, потому что в компании единый сервер. Вот, и если у вас, допустим, партнер с Гонконга здесь купил продукцию, да, все это тоже идет вам в вашу, допустим, левую ветку, в ваш товарооборот. Поэтому здесь регистрироваться где-то в других перерегистрироваться в странах не нужно. Для того, чтобы иметь заработок, мы имеем заработок от всей сети, которая у вас растет до бесконечности. Я думаю, что это здорово. Иметь продукцию абсолютного качества, иметь партнеров с разных стран. И самое главное, мы можем сделать его международным, этот магазин, вот буквально благодаря тому, что сегодня у нас на глобальном сайте есть возможность, да, построения сети в разных странах. И можно это делать, этот бизнес, сколько угодно большим. Поэтому это лишь вопрос времени. Поставьте, пожалуйста, кто со мной согласен, поставьте 100%, что вы согласны с тем, что вы уже увидели, вы поняли, что мы строим международный бизнес благодаря тому, что сегодня у нас идет такая мировая экспансия компании Atomy по всему миру. Сегодня уже буквально скоро, вот, да, в первом квартале, в первом полугодии следующего года Турция будет открываться, там уже офис готов, все. Да, 100%, ребята, это просто, вот, кто понял, как строить сеть, кто понял, что у нас впереди, вот у меня с таким товаром еще, тем более, да, просто дух захватывает от этого бизнеса. А что же нужно для того, чтобы начать этот бизнес? Всего-то, чтобы начать бизнес компании Atomy, нужно иметь на аккаунте 10 тысяч поинтов, это личные баллы. Когда вы заходите на сайт, вы видите, вот 5 тысяч, допустим, база стоит под макияж, шикарная база. Это вот никогда раньше не пользовалась, когда начала использовать вот базу под макияж, а сверху BB-крем, это просто супер вообще. Кожа и увлажнение, и защита от солнца, и кожа сияет. Эффект чок-чок, как говорят корейцы. Отклонилась немножко от баллов. Вот. А здесь мы видим 3000 PV, да? То есть это вот как раз ваши личные баллы вы должны иметь на аккаунте, чтобы начать бизнес. То есть сумма всех покупок. Купили вот это плюс это, и у вас уже будет 8000 поинтов. Вот. А для того, чтобы сохранять статус участника, необходимо делать минимум одну покупку в год. Если вы один раз в магазин не сходите в год, то вас система просто исключит. Хоть на 200 рублей не купите за год. Ну, я не думаю, что здесь находятся те, кто не будет ходить в магазин. Как говорит мистер Пак, вы решите для себя, будете вы ходить в этот магазин на самом начальном этапе, решите для себя. Если вы для себя решили, то у вас бизнес будет. Если вы хотите раз в год сюда ходить, то можете закрыть свой сайт и, как говорится, выйти из этого магазина и бизнеса, и не рассматривать его. PV – это балл или point, point value – это внутренняя расчетная единица стоимости товара, то есть основа для начисления вознаграждения дистрибьюторам. Для того, чтобы стартовать в Atomy, это не стартовый специальный какой-то набор, да, это просто пример. Что купить вам в дом, вы решаете сами. Просто здесь я предлагаю в цифрах, чтобы понять, да, вы купили систему 900 рублей для полости, это 6000 поинтов, и щетки 4500 поинтов.
И, как говорится, я вас поздравляю в их бизнесе. 10,5 тысяч поинтов на вашем аккаунте, и все. Вы купили это в дом. Мы говорим о безрисковом бизнесе, да, вы не вложили куда-то там в какие-то там хайпы, пирамиды, я не знаю, еще что-то. Здесь, как говорится, товар, деньги, товар. Все, есть товар, вы отдали деньги, вы получили свои баллы на свой аккаунт. Второй набор – это маленькие зубные пасты. Можно купить 4 набора, вот эти, да, 4 набора, и 1400 рублей вы потратили. Риска никакого, абсолютно безрисковый бизнес, да, но вы зато кому-то подарили, и у вас появился потенциальный уже какой-то человек, которому понравится паста, это 100%. Те, кто уже пробовал и пользуются, другую пасту просто не рассматривают. Откуда же деньги и какие деньги платит компания Томми? В компании три вознаграждения, три вида вознаграждений. Это основные, мастерские и бонусы за образование. Центр. Вообще маркетинг компании, он выражает стремление компании обеспечить успех каждого участника. Не зря я об этом говорила в самом начале, потому что тоже, когда мы говорим об этом, мы видим стремление именно компании. Она очень хочет, чтобы мы с вами были все успешны. И от этого выигрывают практически все, и компания, и мы с вами. Кстати, поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто уже начал бизнес с Томми. Я очень хочу, чтобы наши новички, которые тоже ставили сегодня пятерочки, да, поставьте пятерочки, кто начал бизнес с Томми, кто получает уже комиссионное вознаграждение по вторникам. Я не думаю, что люди, которые находятся сегодня здесь в зале или работают в найме, получают каждый вторник деньги. Я думаю, что таких практически нет. В компании Томми каждый вторник – это любимый день в тех семьях, где уже компания платит деньги. Будьте добры, кто в бизнесе с Томми получает деньги по вторникам? Пятерочки поставьте, пожалуйста, я свою пятерочку поставлю. Да, пошли пятерочки, спасибо. Да, все любят вторники, это точно. Никогда не думала, как-то не выделяла вторник в своей жизни. Сегодня в компании мы самый любимый день в компании, да, это вторник. Ну и, конечно, по субботам наши прекрасные семинары Академии Успеха. Кстати, завтра будет Академия Успеха. Рекомендую, те, кто новички, обязательно посещайте брифинги, академии, семинары. Ребята, вы будете в бизнесе, вы будете все это понимать, и вам будет легко развиваться в этом бизнесе. Спасибо всем за пятерочки. А мы перейдем как раз к тому, как же вот достичь этого, да, дальше, какова классификация и условия дистрибьюторства. Если мы говорим о том, когда у вас вот 10 тысяч поинтов, то, о чем я сказала, да, как раз вы являетесь уже торговым представителем. То есть хотите вы или не хотите участвовать в бизнесе, у вас компания у вас уже, можно сказать, рассматривает как человека, который потенциально, возможно, придет в бизнес, да, и, конечно же, когда вы начинаете свой бизнес в Томми, обязательно имеет смысл сделать первый заказ как можно быстрее. Почему? Потому что нужно еще не только попробовать, конечно, это обязательно, но чтобы еще не потерять ни одного группового поинта от вашей структурной, от вашей команды. Потому что когда вы зашли, подумали, не думали, думаете, купить пасту или не купить, а следом зарегистрировали человека, а человек сразу взял и купил химохим и женьшень. Это сразу 100 тысяч поинтов. А эти поинты пролетают, мягко говоря, мимо вас, потому что вы даже на 10 тысяч пиви не купили ничего. Поэтому раз вы пришли в интернет-магазин, имеете его, пользуйтесь продукцией и сразу что-то прокупите обязательно. А следующий уровень, второй уровень, это уровень агента. То есть имеется в виду, что на вашем аккаунте будет накоплено 300 тысяч поинтов. Ну, это грубо где-то в рублях под 40 тысяч. 36, 37, 38 вот так тысяч, смотря что купите. То есть даже вот купили вы там 4 коробки Химахима, это уже 220 тысяч поинтов.
Вот, поэтому, конечно же, когда мы говорим о бизнесе, всегда сразу говорю, что и объясню сейчас дальше, почему важно быть агентом. Потому что ваш заработок вот на этом уровне будет 3 раза больше за ту же проделанную работу, если вы будете вот здесь. Поэтому от 10 до 300 на начальном этапе постепенно делайте, а в дальнейшем 300 тысяч вы сделаете на свой аккаунт, и в дальнейшем вы уже можете покупать продукцию. То есть маркетинг все продумано в этой компании. Даже задним числом можно продукцию, если вы видите, когда у вас степ складывается. То есть столько деталей, это в дальнейшем, конечно же, многие увидят. Вот, и обращайтесь к спонсорам, они более детально вам расскажут. Ну, а специальный агент – это 700 тысяч поинтов, это уровень уже мастера продаж или руководителя образовательного центра. Вот. И в дальнейшем, конечно, дилер, эксклюзивный дистрибьютор. Все, 5 уровень дистрибьюторства. Уровней дистрибьюторства. А основные комиссионные – это спонсорские вознаграждения, то есть 44% от общего количества поинтов компании распределяется между участниками согласно их уровням дистрибьюторства. То есть это сумма баллов за все покупки продукции. И, кстати, этот период может быть и хоть один день или месяц, или у кого-то может вообще год, если он ничего делать не будет и покупать не будет. То есть это действительно ваше личное дело. Поэтому, когда мы говорим о спонсорских, я, конечно же, хочу о структурных бонусах, хочу показать, почему важно иметь вот все-таки не 10 тысяч, а вот 300 ваших личных поинтов. Если вы зашли, вот как я выше говорила, купили там 4 коробки паст, и у вас 10 с лишним там тысяч поинтов. А под вами появились партнеры, они пришли в магазин, они прокупили очень активно, они хотят химохим, там все, там средства гигиены и так далее. Вот, имеют в вашей меньшей ветке групповой товарооборот, вы имеете 300 тысяч поинтов, у вас складывается множитель 5, это самый минимальный множитель, и доход где-то примерно плюс-минус 1200 рублей. То есть он складывается от мирового товарооборота. Я говорила, что у нас система в Атоме единого сервера по миру. Вот. И когда мы говорим о том, что почему важно иметь 300 тысяч, стать агентом, многие очень часто, да, особенно новички, наблюдают, что мы поздравляем друг друга, что вы стали агент. Да, почему? Потому что вот все то же самое вы сделаете, 300 будет у вас меньше ветки, у вас только будет 300 тысяч поинтов, ваш множитель будет 15. То есть в 3 раза больше вы получите денег при одной и той же ситуации. Поэтому кто пришел в бизнес, рассматривайте себя вот на уровне агента. Тем более, если у вас будет расти сеть потребителей в ваших магазинах. Обращаю обязательно на это внимание. Но вот этот уровень, когда у вас личные поинты 700 тысяч вы имеете, если у вас в меньшей ветке тоже в день здесь уже, вот, если здесь вот эти поинты, они накапливаются групповые, то здесь у вас должно сложиться в один день. При наличии ваших 700, у вас в меньшей 700, тогда ваш множитель 30, и сумма за один день 7400 рублей. Все это абсолютно реально, могу сказать, просто на своем примере, у меня это уже каждый день все это происходит, поэтому действительно это реальные вещи, я говорю. Вот, поэтому хочется донести именно систему бизнеса и понимание того, кто пришел в бизнес, обязательно на это тоже обращайте внимание. Свои 300 тысяч поинтов как минимум у вас должны быть. Делайте постепенно, никто никого здесь не заставляет, вы сами это увидите, поймете. И вот таким образом основные комиссионные, когда вот вы, то, о чем я говорила, вы зашли, да, у вас 10 тысяч, вот всего, у вас здесь ваша ветка, вот она, одна, и вот правая сторона, да, и у вас сложился групповой товарооборот, люди, один химохим, другой женьшень, кто-то шампунь, кто-то пасту купил, и у вас сложился вот товарооборот 300 тысяч, вот, в меньшей ветке, ну, здесь может быть больше. Вот, бинарный степ закрывается по меньшей ветке. Поэтому вот здесь, когда у вас 10 тысяч всего, да, у вас бинарный степ сложится, но будет сумма, то, о чем я говорила, 1200 рублей. А если у вас здесь 300, то у вас здесь бинарный степ, вот 3700, 3600 тоже, ну вот плюс-минус.
То есть вот это важно понимать. И когда у вас бинарный степ сложился, денежки вам пошли в начисление через неделю, в следующий вторник, они к вам, если до вторника у вас сложился степ, вы в следующий вторник получаете. Если вторник, если вы, у вас сложился в среду, то через вторник получается. Вот. И у вас здесь, у вас все обнуляется, ваши групповые вот эти товарообороты. Здесь у нас ничего не обнуляется. У вас ваши 300... Вы можете дальше покупать, если это нужно вам. Вот. Но я не рекомендую, просто вы можете просто на своих партнеров кому-то помогать, покупать, делать объемы и в то же время закрывать себе товарооборот. И слева, и справа. Вы уже это потом регулируете сами. Вот таким образом происходит начисление основных комиссионных. Это первые деньги, которые, которым радуются многие, говорят о том, что ура, у меня сложился степ, у меня пошли первые деньги. Этому многие радуются, с этого и все и начиналось, и у меня точно так же было, когда первый раз сложился степ, а потом еще накопилась сумма и в итоге потом вывела, это было, конечно, замечательно. Вот. И когда пришло понимание бизнеса, хочется как раз вот говорить всем людям об этом бизнесе, об этой возможности. Итак, но я не могу пройти мимо лидерских бонусов, потому что самый первый лидерский бонус, статус, да, это вообще карьерная лестница составлена, как говорит мистер Пак, глядя на воинские звания. Вот мастер продаж – это первый уровень, это первый лидерский статус. Вы для себя каждый должны рассматривать на начальном этапе именно уровень мастера продаж. Это как первая такая, да, карьерная ступенька в вашей карьере в компании Atomy. Спонсорские мы получаем, да, но мы идем к тому, что у нас растет товарооборот. Вы должны на этом уровне иметь 700 тысяч поинтов, то, что я сейчас показывала, да, на личном аккаунте. И самое главное, для того, чтобы получать второе вознаграждение лидерское, да, вы должны иметь в меньшей ветке 2,5 миллиона за один период подсчета с 1 по 15. И с 16 по последний день месяца. И в этом случае у вас сумма дохода от 2 до 4 тысяч долларов в месяц. И, конечно, разовое вознаграждение от компании. Набор Fame, Himahim, набор для вечернего ухода. Если вот сейчас покажу на картинке, вот на этой, мы рисовали вот как раз здесь спонсорское, да, 300 тысяч, вот здесь 400, закрылся бинарный степ. Но плюс, если у вас с первого числа по 15 у вас здесь сложилось 2,5 миллиона поинтов, вот групповой товарооборот. Вот, да, 2,5 здесь, а здесь может быть хоть 10. Вот это тоже меньший потолок, при как раз возможность для того, чтобы получить уровень статуса мастера продаж. То есть с 1 по 15. И с 15 по последний день месяца, там по 30-31, вот ваша, вот если у вас за эти дни, за две недели у вас накопился такой товарооборот, в меньшей ветке, я вас поздравляю, вы мастер продаж. Все. И вы получите второе вознаграждение от компании. Вот в этом вы должны понимать. То есть мы говорим как раз о лидерском первом статусе мастере продаж. И действительно, вот эта сумма дохода так и происходит. Вы получаете ее на выплату, на свою карту. Получаете подарки, все это так и есть на самом деле. Второй уровень лидерский – это бриллиантовый мастер. В общем, каждый последующий уровень должен иметь слева и справа по два уровня предыдущих. То есть в данном случае бриллиантовый мастер – это дилер, это четвертый уровень дистрибьюции, и в каждой ветке у него должно быть по два мастера продаж. И если у него в каждой ветке вот два мастера продаж, то тогда это уже будет человек бриллиантовым мастером, и он получает вознаграждение от компании, вот полностью вот весь набор мастера продаж и плюс еще ноутбук или планшет. Ну а доход до 10 тысяч долларов.
Мастер Шаронской розы – это тоже уже эксклюзивный дистрибьютор, это последний уровень дистрибьюции. На вашем личном аккаунте 2,4, вот здесь больше дальше накапливаться не будет, а здесь и смысла уже нет накапливать, вы в дальнейшем все равно будете уже помогать своим партнерам и наращивать товарооборот уже даже у своих партнеров. И здесь мастер Шаронской розы имеет два, в каждой ветке по два бриллиантовых мастера и доход до 20 тысяч долларов. Ну и вознаграждение от компании. Здесь, конечно же, другие. Здесь путешествия на две персоны и премия. Звездный мастер. В России уже тоже звездные мастера есть. Это эксклюзивный дистрибьютор. 2,4 миллиона на личном аккаунте. Обращаю внимание, да, все, это уже потолок. И в каждой ветке два мастера Шаронской розы. Доход до 30 тысяч долларов. Ну и путешествия здесь уже и премия больше. Королевский мастер – это эксклюзивный дистрибьютор, 2,4 на личном аккаунте. В каждой ветке по два звездных мастера. Вот то, о чем я говорю, предыдущий уровень, да, по два слева у последующего более высокого. И общее количество начислений до 50 тысяч долларов в месяц. Ну и путешествие, автомобиль. Мастер короны – это эксклюзивный дистрибьютор. У него в каждой ветке по два королевских мастера. Начисление до 70 тысяч долларов в месяц выплаты. Здесь уже, конечно же, и автомобили, корпоративная карта для различных мероприятий от компании. И плюс премия 16 миллионов рублей. Здесь путешествие уже на 10 дней. Императорский мастер – это самый последний лидерский статус. Вознаграждение от компании здесь, конечно же, ну здесь как, мы знаем, что да, миллион долларов почти практически в рублях, здесь у нас указано 55 миллионов рублей, вот, но вознаграждение от компании еще и секретарь, и автомобиль, и помещение для, в общем, полный офис и полное обеспечение как бы для того, чтобы императорский мастер уже нес информацию о компании Atomy в массы, да. И когда мы говорим о том, что в чем же причина вообще, и подводим в итоге, мы выделяем основные причины успеха компании Atomy. И я вот здесь как раз хочу их выделить, что причиной успеха является самое главное, вот то, о чем мы сегодня говорили в процессе презентации. Абсолютное качество, абсолютная цена. Я уже это говорила. Да, и качество, и цена продукции. Потому что концепт компании, вот этот вот абсолютное качество, абсолютная цена, я думаю, что это он гениальный такой. Он реализован и соблюдается на протяжении 10 лет. Все, это непоколебимо используется, и это применяется, и ничего не изменяется. Второй момент – это избалансированный маркетинг, который тоже не менялся 10 прошедших лет. Ни разу. Вообще удивительно, я уже говорила, да, что само по себе, то, что мистер Пак его создал в 2009 году еще, он на тот момент был банкротом, по сути, нищим человеком, но сетевиком с опытом. И он продумал маркетинг, который работает уже 10 лет, не меняясь. Поэтому представляете, как вот он далеко видит. А еще, кстати, по законам Корея компания не может отдавать дистрибьюторам более 30%, 35% от товарооборота. И за прошлый вот год, посчитайте, от 1,3, да, 35%, и компании выплачено 455 миллионов долларов дистрибьюторам. Вот так вот. 455 миллионов долларов выплачено дистрибьюторам. Вот в чем причина успеха, что ничего, все стабильно, все монолитно, все работает. Ничего не меняется на протяжении 10 лет. И очень важный момент, мы сегодня рассматривали как раз международный бизнес, да, построение международного бизнеса, что неограниченный рост вашей клиентской базы, вы это видели, а откуда оно происходит? Мы видели, что бинар бесконечный, да, до бесконечности люди из разных стран могут у вас там появиться. И давайте посмотрим на следующем слайде, почему же это происходит, а причины роста вашей клиентской базы вообще каковы. Если в сетевой другой компании вы посмотрите, да, товарооборот формируется 80 на 20, то есть 80% дают дистрибьюторы, которые пытаются заработать. Почему отношение к сетевому бизнесу и к компаниям вот такое? Потому что люди наелись вот этого, потому что
Люди пытаются заработать, закупаются ежемесячно, потом кому-то дарят, продают, не знаю там. Вот. В компании Томи этого делать не нужно. И вот там как раз 20% товарооборота от клиентов, которым нравится да, продукт, они не планируют зарабатывать. То есть на 100 дистрибьюторов 20 клиентов. А вот в Атоме как минимум наоборот. Как минимум, говорю даже, вот тоже взяла соотношение 20 на 80, а в компании Атоме даже 90% это потребители. То есть на 100 дистрибьюторов приходится 800 клиентов или партнеров, клиентов, да, потребителей. То есть 40 раз больше, чем в предыдущей другой компании. Поэтому именно здесь наши будущие доходы. Не сомневайтесь вообще в компании. Не надо здесь закупаться, не надо с сумками бегать, куда-то ездить, кому-то продавать. Дали информацию, попробовали. Люди сами ходят в магазин, вы их не заставляете. Вот в этом причина роста нашей клиентской базы, и именно здесь наши доходы. И цифры взяты, собственно, средние. А что же нужно делать? Всегда все спрашивают, а что же нужно делать? А нужно просто продавать свою продукцию через свой магазин. Если у вас магазин на земле, вы же говорите всем своим знакомым, я открыл магазин, вот у меня магазин, купи у меня там прекрасная колбаса. А если у вас интернет-магазин, вы тоже, наверное, не постесняетесь открыть рот и сказать, что же нужно делать. Да, вот купили, попробовали, поделились, покупаете сами, пользуетесь, делитесь возможностью покупки классной высококачественной продукции. Все. Абсолютная упаковка, абсолютная цена, качественное содержимое, которое, за которое не стыдно. Сам получаешь восторг, и потом люди тебя еще благодарят. Все, что еще нужно? Что делать? Вот все спрашивают, да привлекайте своих онлайн-покупателей в онлайн свой магазин. Со всего мира сегодня у нас открыты двери, компания идет вообще широкими шагами по планете Земля. Заметьте, что нашими клиентами могут быть сегодня жители уже 20 стран. Вы видели же на слайде, да, крупнейших стран, в том числе Индия, Китай, а это 80% населения планеты. Это очень круто. Согласитесь. Поставьте десяточки. Кто согласен, что это очень круто? 80% населения уже в компании Атоми. Компания зашла в эти страны, у нас еще все впереди страны. Строим свой бизнес международный с удовольствием. И главное, поставьте десяточки, кто... Да, да, спасибо большое. Ну это ж круто, действительно. Здесь, ну, работать со всем миром, это в интернете, сидя дома. Друзья, и главное, вы должны быть уверены, что компания, вы же видели, какое отношение к людям в этой компании, какое отношение к вам, дистрибьюторам. Компания нас слышит, она нас любит, она как дитя, вот как к дитю относится наша компания к нам. Поэтому вы получаете сеть, ой, деньги по их потребителей в своем магазине. Вот это главное, поймите. Не надейтесь ни на спонсоров. Никто вам вашу сеть потребителей в вашем магазине строить не должен. Здесь нет понятия спонсорской ноги. А здесь есть ваш бизнес. С вас он начинается. Мы с вами видели левая, правая ветка. Все. Пошли партнеры. Партнеры ставят еще тоже партнеров, приглашают в ваш интернет-магазин. Все. И таким образом у вас строится сеть потребителей. Стратегия GSGS, о которой мы говорили, это тоже мощная стратегия, и начисления в своих ветках мы будем видеть от этой деятельности. Здорово, здорово, конечно. Планы развития компании, расписанные на 100 лет вперед. Бизнес передается по наследству до третьего поколения. Поэтому изучайте свой магазин, влюбляйтесь в него. Добро пожаловать в Атоми. А еще то, что бизнес 22 века, да, не зря я написала, почему, потому что вы видели, какие инновационные методы нас впереди ждут. Мы скоро будем просто с телефона мерить свои кроссовки или одежду, или заказывать одежду. Поэтому, ребята, когда кто в этой комнате, я вас всех поздравляю, действительно, мы на пороге уже большого международного мощного бизнеса, впереди вот эти все страны, о которых мы сегодня говорили, да, вот, вы на пороге решения своих финансовых проблем, и не только проблемы в семье и своих, поверьте, я это все уже прошла, и я сегодня могу об этом говорить, поэтому мне хочется об этом говорить. Расставляйте приоритеты, потрудитесь, как я уже говорила, не лопатой же трудимся.
окунайтесь в свой магазин, вот представляйте, влюбляйтесь в него, в свой магазин, и развивайте его. Приглашайте в свой магазин потребителей. Почему-то многие стесняются это делать, многие как-то неудобно, да, но я всегда сравниваю, а если у вас на земле магазин, вы же приглашаете своих каких-то знакомых. А здесь в интернете у нас возможность есть делиться и работать еще и с холодными контактами. Поэтому, конечно, когда мы пришли в Атоми мы работаем дружно, в Атоми, я всегда говорю, Атоми это место заботы друг о друге, да, это такая территория благополучия, это здесь мы свое куем благополучие финансовое, да, но и растем еще личностно, и радуемся, когда финансово поднимаются наши партнеры, мы рады все тому, что этот бизнес вот приносит всем просто радость, стабильность и реализацию собственных желаний. Поэтому спасибо всем. Я очень рада, что вы потратили сегодня свое время, чтобы услышать об этой возможности. Думайте, решайте. Кто принял уже решение развиваться в этом бизнесе, всем успеха. Огромное благодарю за то, что вы сегодня были со мной на связи. И несите эту информацию, не жалейте ее, не... Мы же не в пустыне живем, вокруг нас живут люди. Поэтому несите эту информацию всему своему окружению. Вам только скажут спасибо.